Так, ребята, всем добрый день. Сегодня заехал, сделаю кратенький обзор нашего ячменя Элвин. Значит, заеду на яровую пшеничку, точнее двуручку нашу Фокс. Вот такой сейчас вид, выбросил колосок, средний колосок. Ну, как бы по этому году я считаю, как бы неплохой колосочек. Бывало, конечно, и лучше, что-то больше, что-то меньше. Густота, ну, сами видите, какая густота. Но он еще как бы, ну, стоит жарак, но тем не менее еще колосок он выкидывает. Вот, вот такой общий вид. Вот такой у него рост. Смотрите, вот мой трактор, как он сейчас выглядит. Вот это обсев у нас. Вот я, ну, не обсев, точнее, а вот я заехал. Вот такой вид. Вот так выглядит наш ячмень Элвин.